Напомню, 4 мая неизвестный открыл огонь по полицейским, остановившим его для проверки документов. Мужчина с огнестрельным оружием в руках напал на сотрудников правоохранительных органов, после чего скрылся в подъезде дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. Жильцов этого дома пришлось экстренно эвакуировать. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь. Очень много дыма, ничего не видно пока. В ходе перестрелки боевика удалось нейтрализовать. Трое сотрудников полиции получили ранения. Сейчас следственные органы устанавливают личность боевика.